вот такая картина у нас после ночных гулянок молодежи. Люди несколько дней делали этот лабиринт. Они, я не знаю, чем нужно было долбать, чтобы за вечер раздолбать такие глыбы льда. Почему до сих пор на площади не установлены камеры? Ведь то, что творит здесь молодежь, это уму непостижимо. Это подростки 15, 16, 14, 13 лет. Не взрослые. Я вообще в шоке просто.